Рахманы, также известные как Рахмани в румынском и Блажинь в молдавском фольклоре, представляют собой мифический народ, упоминаемый в сказаниях западных украинцев и молдаван. Существо рахманов часто описывается как духи, обитающие в подземном мире. Они считаются защитниками домов и семей, а также покровителями домашнего очага. По легенде, радушные домовладельцы могли завоевать расположение рахманов, принося им угощение и уважение. В ответ на это рахманы могли предоставить свою защиту и помощь своим хозяевам. Этот мифологический народ демонстрирует богатство фольклора и культурные традиции украинцев и молдаван, а также отражает их представление о сверхъестественном мире и взаимодействии с ним. Легенды о рахманах продолжают жить в народном сознании и сохраняются в традиционных рассказах и обрядах.